Привет, милая. Оу, о, привет. На что это ты смотришь? Я сделала тебе покушать, Бетти. Что это такое? Здесь должно быть что-нибудь для Тины. Как неловко. Как тебе такое? Оу, значит, вот так, да? Это уже слишком. Достаточно. Стоп! Есть только один выход. Эй, иди сюда. Ты знаешь, что делать. Устроим челлендж. Я готова. Смотрите, это ваше первое задание. Попкорн? Ладно. Это будет легко. Ммм, свежая летучая мышь. Я собрала эти листья сегодня утром. И как же без шоколада? Ммм, полюбуйтесь. И, наконец, сами зерна. Без них никуда. А сейчас заклинание. Духи, повелеваю вам. Сделайте попкорн. Муа-ха-ха-ха-ха. Это так классно. Такая красота. Котел, пузырись. Зелье варись. Хе-хе-хе-хе-хе. Смотрится неплохо. А, хватит. Надо ловить. А вот и коробка. Оу, а это прикольно. У нее реально получилось. Этого должно хватить. Выглядит вкусно. Хорошая работа. Мы ждем. Ты сможешь, бабушка. Пс, эй! Я могу помочь. Мне? Как? О, рука. Мне нужна помощь. Отдай это бабушке. Я на тебя надеюсь. Не подведи меня. А? О, это та живая рука. Хорошая рука. Чувствую летучую мышь. Эй, минуту. Ты предала меня. Но сейчас я тебе покажу. Вау, ее лучше не злить. Окей, у меня есть идея. Нальем на сковородку масло. И добавим зерна кукурузы, а также конфетки. Остается немного подождать. Накроем крышкой, чтобы сделалось быстрее. Вот так. Скоро будет готово. Смотрите, конфеты придают им цвет. Кажется, хватит. Вау, так красочно. Прошу. Никогда не видела такого красивого попкорна. Какая гадость. Мой в 1000 раз лучше. Моя бабушка отлично поработала. Пожалуйста, пусть она выиграет. Хорошо. Бабушка, ты победила. О, вау, спасибо. У тебя ужасный вкус. Ммм, хрустящие. Что дальше? Смотрится хорошо. Ммм, как насчет этого? Ты так раздражаешь. Да, вот это. Следующее задание связано с хлебом. Ну, это я смогу. Хм, как это делается? Что она задумала? Ага, гудки. Алло. С кем она говорит? Идеально. Тебе помочь? Теперь будем ждать. О, как быстро. А? О, пожалуйста. Сдачу оставь себе. Какой милый молодой человек. Посмотрим, что у нас здесь. Это не по правилам. В такую игру могут играть двое. Алло, вы меня слышите? Я хочу сделать заказ. Ого, какой быстрый сервис. Спасибо. Пока, приятель. Все еще здесь, а? Держи вот так. Круто. Потусуемся на днях. Ты прямо не сдаешься. Ладно, возьми. Думаю, этого хватит. Ты просто грабитель, только без маски. Хорошо, сегодня поработал. Посмотрим, что тут. А? Уголь? Значит, вот так, да? Эй, миссис! Эй! Хочешь увидеть кое-что классное? Это всегда работает. Но, это мошенничество. Бесподобно, правда? Упс, он вернулся. Привет, сынок. Постой, давай обсудим. Это еще не конец. Ты в моем списке мести. Это не мое дело. Лучше займемся рецептом. Положим маршмеллоу между кусками хлеба. Теперь вырежем стаканом вот такой круг.
Отлично. Обмакнем этот хлебный кружок в горячее масло. Нужно поджарить до золотистой корочки. Хрустящие, поджаренные и сладкие. Я довольна результатом. Это скучно. Что же мне делать? Может, использовать вот это? Я придумала. Сделаем из хлеба спираль. Вот, закрутим потуже. Вставим шпажку, чтобы держалась. Теперь окунем в масло. Нужно полностью все покрыть. А затем обмакнем в сахар. Вуаля! Вкусные и сладкие. Почти такие же сладкие, как я. Что ты думаешь, Бетти? Мне абсолютно все равно. Ну, я думаю, что должна победить моя бабушка. А, ты такая душечка. Не везет тебе? Круто. Ну или типа того. Интересно, что будет в этот раз? Ничего в голову не приходит. О, яблоко. Сделайте что-нибудь с этим. Это другое дело. Надо приготовиться. О, я такая милая. Обожаю возиться в саду. У меня талант к уходу за растениями. Так расслабляет. Надо посадить тебя, малыш. Вот, хорошо. Воткнем прямо сюда. Тебе, наверное, хочется пить. Вот тебе чудесная водичка. Давай. Думаю, готово. Теперь пусть растет. Похоже, это займет время. Ничего не происходит. Нет. Ничего. А? Я не сплю. Смотреть жалко. Давай же. Вот то, что тебе нужно. Впечатляет, а? Это ты вырастила? Ого! Я так заманиваю сказочных принцесс. Ну, дай мне эти яблочки. Ау! Вот это было смешно. Как раз то, что надо. Нужно еще кое-что. Поместим яблоко на подставку. И пусть машина делает остальное. Она все почистит за меня. Можно сесть и расслабиться. И готово. Но это еще не все. Сделаем вот так. Вынем сердцевину ложкой. Здесь еще немного осталось. Теперь насыплем в ямку конфеты. Отложим пока в сторону. Берем лист из теста и нарезаем ленты. Прекрасно. Теперь оборачиваем ими яблоко. Вот таким образом, в несколько слоев. Самое время поставить в духовку. Нужно, чтобы выпечка стала золотистой. Ммм, смотрится круто. Уже слюнки текут. А тебе слабо? Где она такому научилась? Мне нужно подумать. Я не знаю, что делать. Кого я пытаюсь обмануть? Так мне не выиграть. Ау! Постойте, у меня что-то... Наверное, сотрясение. Ну и что-то еще. Пончик? Я думаю, я знаю, что делать. Сперва разрежем яблоко на дольки. Затем нужно удалить сердцевину. Вуаля, милое яблочное кольцо. Вставляем шпажку и окунаем в тесто. Покроем ровным слоем. Теперь нужно поджарить. Зацените эти пузырьки. Нужно, чтобы тесто хорошо прожарилось. Оно не должно быть сырым. А сейчас обмакнем в жидкий шоколад. Ммм, так и хочется съесть. Шоколад всем нравится. Наконец, добавим посыпку. Это будет типа здоровая еда. И очень вкусная. Ммм, прекрасный запах. Меня от тебя тошнит. Отлично, бабушка. Браво, ты победила. Ха, ты это слышала? Я победила. У-ху. Погляди-ка. Мы такие разные, ну ладно. Следующее задание. Сосиска. Ммм, вкусно. Теперь что? Мое ведро никогда меня не подводило. О, об этом я забыла. Лучший питомец, который у меня был. Поглядите на все эти перышки. Осторожно, у меня аллергия. Займусь своим блюдом. У меня целая корзинка. А ну-ка. Ага. О, моя пряжа. А? Что она делает? Секундочку. Есть мысль. Я должна это сделать. Это будет крутым сюрпризом. Я думала, что тебя потеряла. Это что, змея? Купилась. А, ты хуже всех. Получай. О! Где это я? Это была всего лишь пряжа. Дай сюда. Секунду. Я знаю.
ставим сосиску на сковороду и добавляем спагетти. Вот так. Втыкаем поглубже. Нужно, чтобы сосиска была в середине. Затем бросаем в кастрюлю с кипятком. Нужно, чтобы все сварилось. Достаточно. Прошу вкусный и сытный обед. Сама не откажусь. О, значит, ты так, а? Теперь это личное. Пожалуйста, хватит. Не сходи с ума. О, ты в порядке? О, есть! Я знала, что у меня есть сосиска. Ты, наверное, очень горда собой. Воткну в нее немного макарон. А теперь добавлю кукурузы. Сделаю так же по всей длине сосиски, чтобы полностью покрыть ее. Это займет время, но оно того стоит. Теперь булочка. Разломлю ее надвое и положу внутрь сосиску. Добавлю немного соуса. Я люблю поострее. Чем острее, тем лучше. Хочется съесть прямо сейчас. Как тебе такое? И что скажут судьи? Моя бабушка побеждает. Я согласна. Да, вот так. Ты зря со мной связалась. Я чемпион в битве больших пальцев. И меня невозможно победить. О, это паста? Я увидела ее первой. Отпусти, старушка. Тебе придется вырвать это из моих рук. Давай, попробуй. Ты раздражаешь меня, ты это знаешь? Ха-ха, есть. Так будет намного проще. Я выложу это на тарелку. Не-не. И что ты теперь будешь делать? Она слишком сильная для меня. Но у меня есть идея. Я насыплю муку в миску. Совсем немного. Отлично. Теперь мне понадобится пищевой краситель. Я использую зеленый. Затем я добавлю яйцо. И все это смешаю. Я хочу замесить тесто. О, это непросто. Но выглядит хорошо. Я выложу его на стол. Это старый семейный рецепт. Пора раскатать тесто. Я хочу, чтобы оно было красивым и тонким. Выглядит хорошо. Не ожидала этого, а? Я профессионал на кухне. Теперь я добавлю красные звезды. Они тоже из теста. Я пройдусь по ним скалкой. Мне нужно соединить их с зеленой основой. Вот так. Теперь мне нужно это разрезать. Я начну с длинных полос. А затем я разрежу тесто горизонтально. Я сделаю маленькие квадратики. Отлично, но я не закончила. Я сделаю их особенными. И превращу в маленькие бантики. Эй, погоди. Это ты сделала? Моя паста выглядит довольно скучно. Можно есть. Но чего-то не хватает. Я добавлю сырный соус. Так будет вкуснее. Становится все лучше и лучше. И последнее. Вау, она кулинарный гений. Это выглядит вкусно. Посмотрите на мою пасту. Их и сравнивать нельзя. Подождите секунду. Пищевой краситель. Вот ответ на все мои проблемы. Я добавлю черный краситель на свою тарелку. Отлично. Это мой любимый цвет. Теперь я все это смешаю. Выглядит здорово. Замечательно. Я бы определенно это съела. Нужно добавить что-то сочное. Что может быть лучше свежих глазных яблок? Я собрала их сегодня. Что скажешь? Мне такое не нравится. Но ты молодец. Можно попробовать? Я так не думаю. Стоило попробовать. И тогда они открыли гроб. Бах! А? Это не я. О, свежие фрукты. Виноград. Обожаю. Вау, вкусно. Я попробую яблоко. Выглядит хрустящим. Это червяк? И он смотрит прямо на меня. Я тебя поймаю. О, почти получилось. Полагаю, мне придется провести операцию. Нужно подготовиться. Лучше перестраховаться. Вперед! Вот тебе. Ага, вот ты где. Тебе не сбежать. Попробуем. Ничего себе. Эй, неплохо, бабуля. О, эта вишня выглядит вкусно. О, я знаю, что делать. Я залью желейную жидкость в форму. Я хочу заполнить ее полностью. Мне нравится цвет. Этого будет достаточно. Я сменю цвета и заполню другую форму.
Это легко. Я накрою форму верхней частью и осторожно надавлю на нее. Здесь я сделаю то же самое. Нужно, чтобы все было надежно закреплено. Теперь нужно подождать, пока желе застынет. Думаю, что это все. Можно достать желейные шарики. Они мягкие и упругие. Я надеюсь, они на вкус так же хороши, как и на вид. Сейчас узнаем. Они потрясающие. Я такая талантливая. Мне больше не нужны перчатки. А? Странно. Возможно, я могу это использовать. Да, я знаю. Я натяну перчатку на стакан и наполню ее фруктами. Не слишком много. Теперь я налью сюда прозрачную жидкость с желатином. Я хочу покрыть фрукты. Достаточно, я не хочу ничего пролить. Я аккуратно сниму перчатку и завяжу конец. Теперь нужно подождать, пока желе застынет. Как только это произойдет, я могу снять перчатку. Это просто. И потом я могу это съесть. Скорее бы, это напоминает мне вещи. Хорошо, что он меня не видит. О, да! Это съедобная рука? Ага. Оставь небольшой палец. Фух, как жарко. Я таю. В моем возрасте это вредно. К счастью, у меня есть мини-вентилятор. Никогда не знаешь, когда он пригодится. Хорошая идея. У меня есть бутылка воды. Что? Тут пусто. Это несправедливо. О, интересно. Давай откроем их. Я надеялась на что-то другое. Что у тебя? Сейчас. О, выглядит неплохо. Я как раз хотела пить. То, что нужно. Ты в порядке? Что ты делаешь? Монстр! Расслабься, это всего лишь я. А я поверила. Мое бедное сердце. Начнем? Звучит как план. И у меня есть вкусный рецепт. Начнем с конфет. Я брошу их в бутылки. Я буду использовать разный цвет для каждой бутылки. Мне нужно еще немного. Идеально! Теперь я открою газировку. Отлично! Я налью это в бутылку. Вот тут начинается магия. Просто подожди. Смотри, газировка меняет цвет. Она красная. Я сделаю то же самое с другой бутылкой. И нужно их встряхнуть. Это весело. Ты должна попробовать. Пожалуйста. Вау, спасибо. Тебе понравится. Пузырьки такие смешные. Хе-хе, мне нравится эта часть. Как тебе твой напиток? Это какая-то шутка? Подожди, это потрясающе. Хорошо, теперь моя очередь. Мне нужно что-то придумать. Это труднее, чем кажется. Хорошо, я поняла. Я налью газировку в стакан. Вот так. Достаточно. Теперь мне нужна помощь друга. Я быстро сожму его. Мне нужны твои чернила. Спасибо, приятель. Это все, что мне нужно. Я добавлю сверху сливки. Выглядит хорошо. Это будет вкусно. И еще мне нужен глаз. Я положу его сверху. О, мне понадобится соломинка. Теперь можно пробовать. Ммм, вкусно. Только посмотрите, я горжусь тобой. Эй, мы обе отлично справились. Ммм, вкуснота. Я так люблю мороженое. Какой холодный ветер. А, вкусняшка. Такая свежая и аппетитная. Но только чуть-чуть, я на диете. Что я говорю? Уж если я начну, не смогу остановиться. Мое мороженое! Это все из-за тебя. Окей, эта реакция отличается. Обычно на этом этапе они падают в обморок. Эй, посмотри, что у меня есть. А? Нет, я их не хочу. Откуда взялась эта морковь? Она очень полезная, солнышко. Ненавижу овощи. Давай, возьми эти глаза. Нет, тут все противное. Хватит, есть лишь один выход. Что такое? Как она это сделала? Она ведьма. Начинаем кулинарный челлендж. Теперь ты в моей власти. Я подчиняюсь вам, госпожа. Я здесь, чтобы повиноваться. Эй, никакого гипноза. Вечно мне портят веселье. Я тебя предупредила. А вот и первое задание. Сделайте мне вкусный десерт. Что? Что это было? Плохой вампир.
У меня пересохло в горле. Мне понадобятся ингредиенты. Они всегда при мне. Начнем с этих печенек. Я берегла их для Бетти. Положим их на эту тарелку. Теперь нужно измельчить их в порошок. Будем крушить и крошить. Да, получайте. Это что, рок-музыка? Я точно слышала. Я подумала. Нет, не может быть. Наверное, почудилась. Да! Мне это понравилось. Возьмем ложку и переложим крошки в этот стакан. Теперь добавим слой из клубники, а сверху положим сливки. Продолжим перемежать слои. Вау, смотрится здорово. Так и хочется съесть. Добавим клубнику и взбитые сливки. Тебя смешно слушать. Выглядит аппетитно. А, спасибо, дорогая. Тебе нравится это? На тебя легко произвести впечатление. У меня выйдет лучше. Возьмем булочки-завитушки с корицей. Развернем их и положим на противень. Разложим их вот таким образом, чтобы они покрыли весь противень. Теперь берем клубничный сироп и попрыскаем им на тесто. Этот сироп мне кое-что напомнил. И у меня сразу проснулся аппетит. Нужно как следует пропитать хлебную мякоть. Все очень просто и очень вкусно. Ого, смотрится зачетно. Такие липкие и сладкие. Моя работа закончена. Ты что-то сказала? О, боже. Ты издеваешься? Эй, очнись. Я так испугалась. Держи это подальше от меня. Думаю, здесь будет легко выбрать победителя. Посмотрим на ваше творение. Эй, по крайней мере, ты старалась. Бабушка, ты знаешь, как я люблю твою выпечку. Я приняла решение. Победила бабушка. Я? О, Бетти, спасибо. Что может быть лучше чашки горячего чая? Ау, он слишком горячий. Использую соломинку. Постой, время начинать следующий раунд. Я хочу, чтобы вы приготовили лапшу. Одно из моих любимых блюд. Окей, я это смогу. Секундочку. У этого чая странный вкус. Дай мне ее. Это именно то, что мне нужно. Мне пригодятся эти мармеладки. Думаю, сработает. Приступим. Сперва растопим мармелад. Это не заняло много времени. Теперь помещаем в стакан соломинки и заливаем сверху мармеладной массой. Нужно, чтобы масса заполнила соломинки изнутри. А теперь дадим массе застыть. Достаточно. Кладем соломинки на тарелку и выдавливаем содержимое. Такое классное ощущение, очень расслабляет. Даже вампирам нужны антистрессы. Вуаля, я сделала сладости в виде червяков. Эти печеньки тоже пригодятся. Вау, совсем как то блюдо, которое делала моя мама. Впрочем, у нее червяки еще и извивались. Но я все равно довольна результатом. При одном их виде слюнки текут. О, может, съем одного. Ха, отвратительно. Минуту. Есть задумка. Я всегда ношу с собой пачку лапши, на всякий случай. Никогда не знаешь, когда она может понадобиться. Положим лапшу в глубокую миску. Чего-то не хватает. А, вот и ты. Мне тебя не хватало. Мне нужно яйцо. Делай свое дело. Я могу тебе чем-то помочь. Ты сможешь. Не сдавайся. Люди такие странные. Ку-ку-ку. Ты это сделала! Пока, увидимся! Идеально! Разобьем его в миску. Теперь нужен кипяток. Надо все это сварить. Ага. Хорошо, что под рукой чайник. Нужно, чтобы вода полностью покрыла ингредиенты. Никто не захочет есть сырые яйца или сухую лапшу. О, даже немного осталось. Хватит, чтобы сделать чашку чая. Выпей ее, пока блюдо готовится. О, блаженство! Думаю, все готово. Что скажешь? Это не в моем вкусе. Что скажет судья? Чье блюдо победило? Вы уже закончили? Я ожидала большего, бабушка. Это земля? Вау, так необычно. Выбор очевиден. Вампир побеждает. Я и не сомневалась. Кажется, меня сейчас тошнит. Каким шампунем ты пользуешься? Не прикасайся ко мне. Твои волосы такие мягкие. Это мой самый лучший рисунок. Ваше следующее задание – большой красивый гамбургер. Без проблем. Нужно только заглянуть в поваренную книгу. Я знаю, там должен быть рецепт. Нет, и здесь нет.
Так, спать хочется. Как она может засыпать где угодно, и даже без помощи гроба? Что же мне делать? Это будет трудно. Мои клыки. И как я раньше не додумалась? Положим сыр на разделочную доску и разрежем его на маленькие треугольники. Тут нужна верная рука. Надо, чтобы они были одинакового размера. Безупречно. Совсем как острые зубы. Теперь пора собрать наш бургер. Вау, потрясающе. Вот такой гамбургер мне нравится. Нужна еще одна деталь. О, да, вот так. О, чуть не забыла. Где ты прятался? Извини, мне очень жаль, но... Всегда работает. Наденем глазные яблоки на деревянные шампуры и воткнем их в верхнюю булочку. Вышел бургерный монстр. Такой милашка. Даже жалко его кушать. Эй, девочка, я закончила. Ух ты, да чего круто. А? Где я? О, ну да, гамбургер. Мне понадобится помощь. Суши? Ну уж нет. Ну же. Ага. Вот то, что мне нужно. Я такая хитрая. Экспресс-доставка. Это будет нашим маленьким секретом. Никто никогда не узнает. Ты ведь понимаешь, что я все видела? Не представляю, о чем это ты? Ты меня огорчаешь, бабушка. Страшноватый вампир побеждает. У меня не было сомнений. Давай, попробуй одну штучку. Я не хочу. Ты не знаешь, чего себя лишаешь. Как насчет гигантского паука? А, благодарю. Эй, челлендж еще не закончен. Попрошу внимания. Вам нужно сделать сэндвич. Вперед! Но мой паук. О, у меня есть план. Не подведи меня, паучок. Иначе съем тебя на обед. Я серьезно. О, он уже вернулся. У тебя получилось. Спасибо. Хорошо, что я тебя не съела. Но я еще могу передумать. Эй, так нечестно. Ну и что ты мне за это сделаешь? Ладно, мне пора делать сэндвич. Начнем с этого сыра. А теперь вкусное, сочное мясо. Наконец-то что-то нормальное. Не торопись с выводами. Добавим остренького. Нет, только не перец чили. Это будет реально жарко. Нет, нет, нет. Меня ничто не остановит. Время отрезать ненужное. Он будет в форме гроба. Добавим последние штрихи. Вуаля! Неплохо, верно? Убери их от меня. Да что с тобой такое? Я покажу тебе, как делается сэндвич. Тут нет ничего сложного. Намажем побольше масла. Масла много не бывает. Теперь добавим сыр. И готово. Просто и вкусно. Минуточку. Меня тянет на эксперименты. Добавим еще сыра. Да, полный отпад. Сэндвич что надо. Стоп, я не должна. А почему бы и нет? Еще больше, еще. Сама не верю, что я это делаю. Подружки в кружке вязания будут в шоке. Это целая сырная башня. Поставим ее в духовку. Какая вкуснятина. Уверена, Бетти понравится. Настоящий шедевр. Разрежем на две половины. Итак, грандиозный финал. О, да! Совсем другое дело. И это все? Это твой сэндвич? Не дразнись. Он все равно лучше твоих. Что ж, сейчас узнаем. В нем столько сыра! Это я есть не буду. О чем ты только думала? А что у нас здесь? Лучше бы мне не смотреть. Это соус чили? Оу, тут нужен огнетушитель. Итак, побеждает? Никто не побеждает. Что? Подумаешь. Ну что, мир? Подруги навек. Да, мое любимое шоу. Что такое? Ну уж нет. От такого мозги усыхают. Как насчет? А ну-ка. О, то, что надо. Что? Вы тут смотрите телевизор? Это, по-вашему, интересно? Я сейчас исправлю. Да! Классно, а? Что только дети смотрят в наши дни? Нет, это прикольно. С меня хватит чепухи.
Классическая музыка, и не спорьте. А, нет, я так не думаю. А? Да неужели? Эй, пожалуйста, хватит. Я так больше не могу. А? Прекратите. Самое время устроить челлендж. А, намного лучше. Воу! Не могу поверить, что мы тут застряли. Вот это настоящее развлечение. Круто! Как думаете, сможете это приготовить? Неплохо. Нет-нет, я младше, поэтому я первый. Спасибо, бабушка. О, это идеальный початок кукурузы. О, на здоровье, мой мальчик. Думаю, он вкусный и сочный. Эти неудобные листья мешают. А ты знаешь, чего хочешь? Да, попробовать, что ли? Кия! Повторим еще раз. Отлично. Самая красивая кукуруза на свете. Теперь приготовим. Я люблю хорошо прожаренную. О, да. Чудесно поджарилась. Вуаля! А теперь последний, но очень важный штрих. Шпажки! Та-да! И добавим сиропа. Не очень много. Вот так, равномерно. Только взгляните на эту прелесть. Ладно, ничего особенного. Теперь за дело берусь я. Не знаю, что с этим делать. Вообще не уверена, что они съедобные. Хотя... Тут нужно подойти с умом. Можно сделать так, чтобы стало похоже на кукурузу. Главное выбрать правильный узор. С горизонталью разобрались. Теперь вертикаль. Еще одну. И вот так. Отлично. И вынимаем палочки. Хап! Это сперва раскатаем. Теперь положим вот здесь. И возьмем кукурузу. Осторожно наклеим кусок зеленой глины. Прижмем ее аккуратно пальцами. Вот. Разве не прекрасно? У нас здорово вышло, правда? Люблю кукурузу. Кажется, мне хочется сладкого. Определенно неплохо. Прямо как десерт в ресторане. Но и это выглядит здорово. О, так и должно быть. О, нет, я это не буду. Ты победил, Джаред. Я знаю. Может, в следующий раз повезет, бабушка. Что у нас дальше? Сладкие вкусные конфеты. Оу, это должно быть интересно. Мои любимые. Фруктовые. Что? Эти штучки лучше всего. Да, красные самые вкусные. Что? Разве не классно? Пожалуй, занятно. О, ну что же ты? А-а-а! Не могу открыть. Похоже, не судьба мне попробовать. О, бабушка, дай сюда. Просто не понимаю. Вот так. Поглядите на эти цвета. Ну, интересненько. Теперь что? Может, просто... О! Ну-ка, поглядим. Почему цифры такие маленькие? Соединение тоже плохое. Есть что-нибудь? Ага. Алло? Да? Мне нужна помощь. Фруктовые конфеты? Да, мэм. Просто кусать, а? Ух ты! Спасибо за помощь! Без проблем! Пора проявить фантазию. Витамины не помешают. Полезный овощной перекус. О, я готова их сотню съесть. Нет, я точно схожу с ума. Одна осталась.
Да. О, да. Ага. И как я раньше об этом не подумал. Рулет в рулете, детка. Восхитительно. Похоже на яркую конфетку. О, пахнет не очень хорошо. Мороженое. Все его любят, ведь так? Зачерпнем побольше. Хорошо. О, да, то, что надо. Теперь сложим таким образом. Соединим края вместе. Какая прелесть! Что-то вроде маленьких равиоли. Думаю, тут все готово. Бабушка? О, нет! Я все съела! Смотрится вкусно, но всего одно блюдо? Что случилось? О, боже! Думаю, я могу тебя простить. По крайней мере, у меня есть это. Смотрится хорошо. Просто замечательно. Ты выиграл этот раунд, Джаред. Я знал, что это будет хитом. Прекрасно. Начинаем жарить, окей? Удачи. Попкорн, а? Кажется, мой уже готов. Тут пока ничего не происходит. Какие ровненькие зерна. Ну что ж. Обожаю попкорн. Постойте. Выглядит хорошо. Думаю, я смогу сделать еще лучше. Да, добро пожаловать в страну приправ. Для этого и существует соль. Не будем сыпать много. Отлично. Еще чуть-чуть. Вот так. Джаред, это же соль. Так классно. Нет. Окей. Да будет дождь. Да, это мой съедобный шедевр. Придумала. Никто не умеет готовить, как бабушка. Пойдем в направлении сладостей. Это будет просто. Добавим жара и чуточку моего секретного ингредиента. Хорошо, теперь самый важный этап. Желаю не скучать, ребята. Чуть не забыла. Нам нужно немножко воды. Идеально. А теперь настоящее волшебство. Глядите, как все шипит и пузырится. О, какой чудесный звук. Будто у них там вечеринка с танцами. Ну вот, шоколад полностью растаял. Только посмотрите на это. Просто объедение. Круто я придумал. Ничего себе. О, да. Поглядим, что ей понравится. Смотри и учись. Так увлекательно. Что это вообще такое? Окей. Бэ! Чистая соль. Так, это смотрится лучше. Замечательно, бабушка. О, я и впрямь выиграла. Пора вспомнить о здоровой пище. Мы работаем с яблоками. Звучит хорошо. Пожалуйста, дамы, вперед. Так мило. Ладно, посмотрим. Да, это, несомненно, яблоки. Скучновато, вам не кажется? Что бы мне с ними сделать? Открою свою. Воу! Тут вообще яблок нет. Мягкое. Странно. Что теперь? Минуту, есть идея. Может, обменяемся? Я не против. Да-да-да! Яблоки и снова яблоки. Это будет весело. Я знаю, что делать. Сперва нужно раскатать. Да. Теперь дело пошло. Вот, еще несколько. А сейчас самое интересное. Надо сделать идеальный шарик. Видите? Вот так.
то, что нужно. Сделаем маленькие дырочки. А теперь добавим яркие цвета. На вкус, как яблоко. Эти штуки теперь не отличить от яблок. Разве не прекрасно? Сейчас вернусь. Итак, осталось запечь. Смотрите, как они растут. Думаю, можно вынимать. Мои смотрятся лучше твоих. Погляди-ка. Только осторожнее, они горячие. А теперь сервировка. Вот. Они все поместились. Прекрасно. Кажется, у нас кончилось время. Что же она выберет? Да! Это уже кто-то кусал. Нет, спасибо. А вот эти совсем другое дело. Внутри такая вкуснятина. Отличное тесто. Ты выиграла, бабушка. Не плачь. Типа это было так смешно. О, смотрите, начинается. Всем привет! Добро пожаловать на наш кулинарный челлендж. Вы такая чудесная публика. Надеюсь, вы готовы повеселиться. Выберите меня! Я так хочу эти деньги. Кого же выбрать? Выбор очень трудный. Пусть это будешь ты. Что? Я? И разве можно отказать такой прекрасной даме? Что? Итак, время пришло. Состязание начинается. А, куда он исчез? А? Что произошло? Откуда я знаю? Как долго это займет? Мне пора вздремнуть. Эй, как она может так засыпать? Игра сейчас начнется. Ну ладно, а вот и первый раунд. Где это я? О, мне приснился чудесный сон. Я вязала. В чем дело? Что смешного? Ну все, я тебе покажу. Нужно только подготовиться. Бабушка, что ты делаешь? Скоро узнаешь. Подожди немного. Где же? А, моя мука. Это мне нужно. Ты всегда носишь с собой муку? Никогда не знаешь, когда нужно будет испечь торт. Осталось еще кое-что. Ну же. Ага. Ау, бабушка, больно же. Прости, я нечаянно. Пора добавить жару. Оу, выглядит неплохо. Чуть не забыла. Ей место вот здесь. Что? Что это было? Вау. Я еще не закончила. Вдавливаем в торт эту формочку. Получился барьер. Теперь можно налить сюда шоколадный соус. Сама бы съела. Я так люблю шоколад. Думаю, этого хватит. Теперь нужна посыпка. Разве может быть торт без посыпки? Насыплю ее поверх шоколадного соуса. А сейчас самое классное. Снимаем формочку. Настоящая сладкая лавина. Вуаля! Теперь на ней платье. Это невероятно! Что происходит? Неплохо для старушки, да? Как мне с этим соперничать? Нужно что-то делать. Хорошо, что мама дала мне с собой обед. Этот помидор пригодится. Зацените. Мои руки – смертельное оружие. Так, а где мой шприц? Что такое? Не подходи. Не бойся, бабушка. Гляди, я снимаю верх. Ничего не понимаю. Но гляди у меня. Спокойно, я не хочу проблем. Вдавливаем шприц в хлебную мякоть. А затем в другие продукты. Вот так. Получились идеальные кружочки. Затем вставляем шпажку для коктейля. Нужно, чтобы она проткнула все слои. И надавливаем на поршень, чтобы их извлечь. Смотрится аппетитно. Еще как. О, да. Если вам нравятся крошечные сэндвичи. Вот, у нас все готово. Эту часть я люблю больше всего. Начнем с торта. Мне уже не терпится. Такой пышный и воздушный. Это изумительно. А, спасибо. А как вам мое блюдо? Интересно. Какой необычный вкус. Ты победил. Вы это слышали? Да. Вперед, Лиам. О, простите. Начинаем второй раунд. Мы уже поняли. Что будем делать на этот раз? О, я знаю. Сейчас позвоню кое-кому.
Алло, мне нужна помощь. Значит, вот так, да? Минуту. Я ведь звоню только Лиаму. Большое спасибо. Пока. Ого, вот эта скорость. Поглядим, что здесь. Яйца? Окей. Сейчас я вас пожарю, ребята. Хм, будет слегка хрустеть. Что дальше? Добавим масло. Так они лучше поджарятся. Надо включить плиту. Ммм, пахнет чудесно. Я настоящий шеф-повар. Эй, да ладно, хватит. Ты в порядке? Все под контролем. Я знаю, что делаю. О, да, похоже на то. Пожалуй, нужно начинать. Может, ты чему-то научишься? Достаточно масла. О, я знаю. Масло – хороший увлажнитель. Нужно быстрее, пока оно не очень горячее. Что ты делаешь, бабушка? Просто ухаживаю за кожей. Теперь я пахну картошкой фри. Начинаем готовить. Разобьем яйца в сковороду. Затем берем бокал. Накрываем им желток. И взбиваем белок. Нужно, чтобы он стал пышным, вот так. Еще немножко. Довольно. Теперь доводим желток до готовности. Лучше накрыть крышкой, чтобы внутри возник пар. Он сделает белок еще пышнее. Неплохо. Ммм, аппетитно. Можно подавать на стол. Вау, Дана мастер. О, мое блюдо не очень красивое, зато вкусное. А, кого я пытаюсь обмануть? Хорошо, что не мне это есть. Ого, два разных подхода готовки яиц. Мне обязательно пробовать. Только посмотрите на это. Я старался как мог. Вот это другое дело. Невероятно, ты победила. Я знала, что так будет. Да, все честно. Хм, что дальше? Ну, конечно. Итак, раунд 3. Он так любит эффекты. Слишком ярко. Серьезно? Что это? Ух ты, поглядите, какая красивая радуга. Вау, так волшебно. Обожаю радуги. Эй, ну что это ты смотришь? О, радуга. Ого, это натолкнуло меня на мысль. Возьмем миску с блинной смесью. И кое-что еще. Эти бутылочки с пищевыми красителями. Получится великолепно. Наливаем краситель в блинную смесь. Не нужно лить много, этого хватит. Хорошенько перемешаем. Нужен яркий, красивый оттенок зеленого. Вот так. Зачерпнем ложкой и выльем на плитку. Именно столько, сколько требуется. Сделаем то же с другими цветами. Важно, чтобы они не смешивались. Теперь дождемся появления пузырей. Это будет означать, что блины готовы. Кажется, уже пора. Нужно перевернуть. Пахнет чудесно. Аппетитная стопка радужных блинчиков. Ммм, утонченный аромат. Браво, они идеальны. А? Это что такое? Минутку, челлендж. Такого вы еще не пробовали. Подумаешь. Поглядите-ка на это. Я беру миску с мукой и несколько яиц. О, надеюсь, сработает. Мне слегка боязно работать с яйцами. Назад дороги нет. Разобью яйца прямо в муку. В этот раз хотя бы без скорлупы. Теперь нужно перемешать. Я думал, что будет легче. А вообще, это расслабляет. Что? Это совсем не по плану. Сниму вот так. Реально круто. Затем положу на сковородку. Нужно, чтобы рука стала золотисто-коричневой. Пора доставать. Не хочу, чтобы она пригорела. Мне нравится. Он просто гений кулинарии. Для него нет ничего невозможного. Они меня любят. Ура! В смысле, спасибо. Он молодец. Но вы не решаете, кто победил. Вау! Что-то съедобное на обеих тарелках. Начну с этих блинчиков. Ммм, очень вкусно. Спасибо, милый. Сразу видно ручную работу. Ха. Ого, я хочу добавки. Вкуснятина, ты победил. Да, а как же иначе? Вы шутите? Давай, Лиам. Окей, последнее задание. Четвертый раунд. Да, напряжение нарастает. Хм, становится все сложнее. Ничего. Где же эта штука? А, вот она. Корзина свежих фруктов. Что бы выбрать? Киви всегда пригодится. Отполирую немного. О,
Изо рта пахнет. Забыла сегодня почистить зубы. Ладно, приступим. Сперва удалю кожуру, а затем нарежу ломтиками и насажу их на деревянную шпажку. Вот так, по центру. Теперь следующий этап. Положу на сковороду кубики сахара и дам им растаять, чтобы можно было окунать киви в жидкий сахар. Переверну и займусь другой стороной. Дам сахару застыть. Вуаля! Вкуснейший десерт готов. Хорошо, что я люблю сладкое. Это впечатляет. Отлично. О, спасибо, ребята. Умно она придумала. Минуту. Есть одна мысль. Только возьму кое-что. Ага, круто. Хорошо, что я приберег конфетку. Что? А ну-ка. А? Может пригодиться. Оставлю на потом. А эти конфеты нужны мне сейчас. Приготовьтесь удивляться. Смотри, что делаешь. Это расплата за скалку. Нужно расплавить конфеты. У меня всегда с собой фен. Вот почему моя шевелюра такая роскошная. Получилось. Ммм, карамель. Теперь мне нужна эта соломинка. Погружаем ее в карамель. Так, чтобы конец покрылся сладкой массой. Готово. Осталось подуть в соломинку. Пожалуйста, карамельные пузыри. Невероятно. Он прав. Так здорово. И это все, на что ты способен? Вот кое-что получше. Не так впечатляет, как я надеялся. Прямо леденцовая феерия. Сегодня мне так везет. Сперва попробую леденец Лема. Слегка разочаровывает. Я так верил в успех. А теперь бабушкин цукат. Вау, бабушка побеждает. Да, вот так. Я знал, что бабушка нас не подведет. И что теперь? Гляди, вот и деньги. О, здесь так много. Я куплю на них столько всего классного. Я куплю скейтборд. Привет, мам. А? Где она? Я так сильно проголодалась. Что ж, похоже, нужно все делать самой. Проверим холодильник. Итак, что у нас здесь? Выбор небольшой. А, какая досада. Что? Кулинарный челлендж? Хм, ну ладно. Сейчас наготовлю всякой всячины. Я освоила выпечку, когда ты еще носила пеленки. Давай, я готова. Виу, это было круто. Вы готовы начинать? Первое задание – вкусный десерт. Приступайте. О, это просто. Я их обычно покупаю в магазине. Думаю, у меня есть что-то в сумке. О, джем. Подойдет. Будет вкусно и сладко. Мне нужен противень для выпечки и мое тесто. Я его ношу с собой. Никогда не знаешь, когда оно понадобится. Начнем с теста. Кладем его на противень. Я знаю один хороший трюк. Впечатляет, не так ли? А теперь наливаем джем. Ммм, у меня уже потекли слюнки. Намазываем ровным слоем. О, смотрится чудесно. Теперь положим сверху полоски теста. Сначала по горизонтали. А теперь кладем на них вертикальные полоски, чтобы вышла вот такая решетка. Можно ставить в духовку. Сейчас вернусь. Запекаем до появления золотисто-коричневой корочки. Нужно приглядывать. Вот так. В ее исполнении все кажется просто. Что же мне делать? Ммм, я знаю. Вот булочка и баллончик спрей со взбитыми сливками. Зачем делать сложный пирог? Главное, чтобы было вкусно, правда? Наносим сливки сверху, по всей длине булочки. Затем берем обсыпку. Это добавит ярких красок. Уже смотрится хорошо. Ах, кого я обманываю? Это убожество. Но сейчас мы все исправим. Мне нужна помощь. Да! Обожаю этот клуб! Кто это? Алло, ты меня слышишь? А, бесполезно. Что это было? Бум, биш, бум, бухо! Надеюсь, тут что-то важное. Прости, мне нужна помощь. Тут нужно добавить крутизны. Что это за отстой? Ладно, тебе повезло. Только в обморок не падай. Зацени. Что происходит? Вау, это невероятно. Просто идеально. Спасибо огромное. Мой пирог готов. Пахнет так вкусно. Что? Это единорог? А? Я опять забыла выпить мои таблетки? Эй, мисс, нехорошо так пялиться.
Он настоящий! Нет! Посмотри, что ты наделал! Пирог! Какой ужас! О, мне пора идти! Катастрофа! А все это ты единорог! Может быть, что-то удастся спасти? Я так долго работала! Я не могу предложить это Лизе! Ах, как неловко! Мне так стыдно! Минуту! Вот, держи! А? Что ты делаешь? Как мило! Спасибо, дорогая! Великолепный торт! Люблю, когда все хорошо кончается. На мой взгляд, вы обе победили. Правда? Ух ты! У нас получилось. Окей, готово. Сделайте мне пиццу. Не знаю, получится ли. С этим придется повозиться. Мне понадобятся ингредиенты. У меня все нужное под рукой. Итак. А, мне точно будет нужно тесто. Надо его раскатать. Хорошо, что есть скалка. Этот размер как раз. О, тяжелая работа. У меня глаза закрываются. Окей, что дальше? Ага, соус. Какая пицца без томатной основы? Использую для своей кетчуп. Это сэкономит время. Просто выдавлю его на тесто. О, не стоило мне тусить всю ночь. Так спать хочется. Ну же, мне надо это закончить. Успею вздремнуть попозже. Теперь добавим топпинги. Где у нас сыр? Вот он. Посыпем сверху. Может, потом удастся поспать. Занятный выбор топпингов. Ты ведь знаешь, что делаешь, да? Милая, мне нужно собраться. Дам глазам отдохнуть минутку. Эй, проснись! Эй! Просыпайся! Открой глазки. Ее ничем не разбудишь. Ладно, оставлю спящую красавицу в покое. Мне нужно делать пиццу. Это будет непросто. Хотя, если взять вот эту штуку, никто же не говорил, что так нельзя. Положим сверху топпингов. И можно ставить в духовку. Разве не гениально? Что? Кажется, я задремала. Ну да, челлендж. Почему? Почему все размытое? Где мои очки? Неужели опять потеряла? Они должны быть где-то здесь. Моя пицца готова. Она великолепна. Лизе точно понравится. Ты в порядке? Я ничего не вижу. Что с тобой такое? Давай я помогу. Что бы я без тебя делала? Так намного лучше. Моя пицца! Я пыталась тебе сказать. Вот моя пицца, Лизи. А, я свою еще не готовила. Классно. Что? О, время назвать победителя. О, я не знаю насчет этого, бабушка. Лучше съешь ее сама. Прости, солнышко, я уснула. А что у тебя, мам? Вот это настоящая пицца. Ты победила. Да, я так и знала. А, почему я не позавтракал? Есть здесь что-нибудь вкусное? Нет. Подождите, я позвоню бабуле. Я знаю, что она мне поможет. Я делаю самое вкусное желе в городе. А еще лучше всех целуюсь. Обожаю свою бабушку. Эй, это мой брат. Посмотрим. Как дела? Готова к кулинарной битве? Оу, безусловно. Обожаю кулинарные челленджи. Вперед! Вау, потрясающе! Как дела, семья? Привет, дорогой. Что готовим, братишка? Хочу мороженое. Оу, здорово! Это я могу. Может быть, съем один маленький кусочек. Это французская ваниль? Ага, очень вкусно. У тебя зверский аппетит. Моя очередь. А, обожаю эту ложку. Только посмотрите на эту красоту. Идеальный рожок мороженого. Нет! Вот черт, я увлекся. Ох, как жаль. Но подождите. Эй, возьми эту штуку. Никогда раньше не пользовался такой ложкой. Ага, хорошо. О, как здорово. Спасибо, бабушка. Еще пару ложек. Вау, это просто ошеломительно. Что скажешь, брат?
Пора вставать. Стоит ли мне это делать? Однозначно. Ладненько. Подъем! Кто там? Что? Просто сообщаю, что мороженое готово. Нравится? Это тебе. Я никогда не видел такого. Это будет вкусно. Ммм, это черника. Круто! Я знал, что буду победителем. Что дальше, дорогой? Посмотрим. О, я хочу пончики. Обожаю их. Подождите, мне звонят. Алло? О, круто! Да, у меня есть время. Ох уж эти дети со своими смартфонами. Мне пора готовить пончики. Не хочу, чтобы они были слишком тонкими. Пока выглядит неплохо. Фух, это, конечно, утомительно. Но посмотрите на результат. Идеальный круг. Плюс взбитые сливки. Разве это не прекрасно? Я хочу сделать башню из пончиков. А осталось еще несколько. Я очень надеюсь, что башня не упадет. О боже, ненавижу ждать. Эй, время вышло. Что? О нет, мне нужно что-то придумать. И я знаю, что делать. Выглядит вполне правдоподобно, не так ли? Я отлично справился. Ешь, малыш. Да, хочу начать с башни. Так держать, бабушка. Все для тебя. Теперь пончик Мэтта. Он милый. Его сложно жевать. Я вообще не могу его укусить. Мэтт? Так странно. Победила бабушка. Да, это было очевидно. Я немного нервничаю. Я хочу пиццу. Я отлично ее готовлю. Обожаю пиццу. Все начинается с хорошего теста. Давайте его раскатаем. Это довольно сложный процесс. Воу, выглядит отлично. А теперь самое интересное. О, вот это да. Кто хочет пепперони? Это моя любимая начинка. Но без сыра пицца не пицца. Нужно очень много сыра. Надеюсь, никто не страдает непереносимостью лактозы. Теперь нужно отправить ее в духовку. Уже готово? Выглядит невероятно. И пахнет приятно. Нужно обязательно попробовать. Хотя... Я кое-что придумала. Хочу сделать башню из пиццы. Это отличный вариант для вечеринки. Восхитительно! Я не могу остановиться! Уже слюнки текут, правда? О боже! Воу! У меня работа не в проворот. Мне нужна мука. Я делаю тесто с нуля, друзья. Давай, венчик, делай свое дело. Вот так. А может и нет. Это сложнее, чем я думал. Слишком устала, бабушка. Это мой шанс! Она даже не заметит, что одного куска нет. Теперь мне нужно кое-что исправить. Один кусочек? Как насчет целой пиццы? Тут мне пригодится геометрия. Видите, здесь целая пицца. Разве она не милая? Я хочу есть. Ау, точно. Держи. Это самый лучший день в моей жизни. Нет ничего лучше горячей пиццы. Пепперони. Больше, больше, больше! Ему нравится! Вау, бабуля! Что это? Пицца для детей? Так мало? Да. Я выбираю пиццу от бабушки. О, боже! Это замечательно! Готовы? Настало время хот-догов. Хорошо. Эта булочка очень свежая. Не хватает только сосиски. Но кому хочется обычный хот-дог? Вкусные соусы все делают лучше, видите? У меня тут есть кое-что получше. Поприветствуйте мега-булочку. Надеюсь, вы голодный.
Доставайте соусы. Выглядит здорово. Впечатляет, да? Вау! Ничего себе! Давай сюда! С чего бы начать? Похоже на обычный хот-дог. Это очень вкусно! А теперь настало время попробовать вот это. Невероятно! Вперед! О! И вот так! Восхитительно! Ты победил, брат! Да! Наконец-то я победил! Это будет потрясающе! Хорошо, что бабушка смыла. Я разрабатывал специальный рецепт. У меня есть все необходимые ингредиенты. Вот это да! Посмотрите на этот цвет! Это последняя бутылка, но это еще не все. Берем крем. Надеюсь, этого хватит, чтобы покрыть весь унитаз. Я ничего круче еще не делал! Огонь! Далее по списку сладкая посыпка. Куда же без нее? Как аппетитно выглядит! Аж слюнки текут! Я не могу больше ждать! Нужно это попробовать! Оф, мой желудок! Джейк, что ты делаешь? Ой, спалили! Положи трубочку, сейчас же! Джейк, ты опять за свое! Помнишь, чем все кончилось в прошлый раз? Я очень разочарован! Есть только один выход! Нет! Стойте, вы это видите? Что? Что происходит? Мне это не нравится! Где это мы? Я не знаю. Вау, это было так круто! Настало время для кулинарного челленджа! Что это? А мне почем знать? Орфография – дело непростое. Ну ладно, приготовьте мне вкусную пиццу. Что? Посмотрим, что здесь. Это еще что? Бабушка, ты в порядке? О, это тесто для пиццы. Подождите. Это все? Ой, мне не нравится этот взгляд. Руки прочь, старушка. Оно мое. Со мной лучше не связываться. Отпусти. Заставь меня. Хватит, я все расскажу маме. Напугал. Воу! Осторожно. Нет! Лови! Это все твоя вина. Но я все равно буду его использовать. А вот и нет. Ну зачем ты так? Я запаниковал. Это меня не остановит. Дай сюда. Оф, я же просила тебя помыть ноги. Что ж, зато это придаст тесту сырный привкус. Приготовим его на плите. Включаем разогрев. Тесто должно получиться красивым и хрустящим. Неплохо, да? Что же мне делать? Придумал. Шоколад меня никогда не подводил. Кто сказал, что пицца обязательно должна быть из теста? Я сделаю сладкую основу, нужно растопить шоколад. Для этого возьмем фен. Ты всегда его с собой носишь? Конечно. А ты думала, почему мои волосы всегда выглядят потрясающе? Ой, главное не спалить. Перевернем. Выглядит неплохо. Вместо томатного соуса используем сливки. У меня есть одна симпатичная идея. Нарисуем смайлик. О, какая веселая нога. Теперь добавим посыпку. Это придаст яркости. Зовите меня королевой посыпки. Оу, даже есть жалко. Лем? О да, тут такое творится. Намажем шоколад тонким слоем и ждем, пока он не застынет. Ух ты, моя основа готова. Я хочу кое-что попробовать. Всегда хотел учиться в школе волшебников. Пицца с топпингус. Вау, и правда сработало. Слова я на ходу придумал. Ничего не понимаю. По крайней мере, моя сделана с любовью. Уф, бабуля, что-то плохо пахнет. Шоколадная пицца. Ты хорошо меня знаешь, Лем. Кто же победит? Победил Лем. Ух ты, ты это слышала? Молодец, милый. Ах, это так красиво. С кем он разговаривает? Сочные креветки и аппетитные спагетти. О, я поняла. Этот мальчик обожает пасту. Что ж, я не хочу его подводить. Ничто не сравнится с бабушкиной стряпнёй. Выкладываем лапшу в кастрюлю. Ах, это так расслабляет. Выглядит и правда аппетитно. Как же мне победить бабушку? Думай. Секундочку. Вот оно. Использую жвачку. Стоит попробовать. Знаете, это может сработать.
А что, на макароны похоже? У меня хорошее предчувствие. Выложим жвачку на тарелку, так будто это спагетти. Теперь нам нужен соус. У меня есть как раз то, что нужно. Возьмем шоколадный сироп. Джейк, такой сладкоежка. Стоматолог терпеть его не может. Что дальше? О, как насчет мармеладных мишек? Они сладкие и жевательные. И добавят особый вкус. Еда для настоящих гурманов. Эй, бабуля, посмотри-ка. О, очень креативно, дорогой. Но я еще не закончила. Мне нужно немного сыра. Пора его нарезать. Надо вспомнить, как учил меня сенсей. Мои руки оружие. Они должны использоваться только во благо. И для нарезки сыра. Это было так круто. Ты как ниндзя. Ой. Нужно много тренироваться, милый. Мне ближе математика. Что ж, мне нужно доделать пасту. Зачерпнем немного сыра и разломаем его с помощью ложки. О, выглядит неплохо. Это именно то, что мне нужно. Высыпем сыр на тарелку. В результате у меня остается пустая сырная головка. Как-то моя лапша. О, все готово. Теперь самое интересное. Наполним сырную головку лапшой. Из нее вышла отличная миска. Затем посыпем сыром. Ух ты, гениально! Что за... Отойдите, сейчас будет жарко. Нужно расплавить сыр. Ммм, такое блюдо по мне. Липкое, тягучее и вкусное. Достаточно. Подержи-ка. Ну как? Давайте узнаем. Вот это да. Посмотрите. Я знаю одного особенного мальчика, которому это очень понравится. Это я тебе, Джейк. Ого, хочу попробовать. Подожди, ты еще мое блюдо не видел. В нем есть все виды конфет. Оба выглядят аппетитно. Но Лиам берет верх. Прости, бабушка. Два раза подряд. Ух ты. Что ж, я старалась. Оф, отвратительная картошка. Вы можете как-то это исправить? Он серьезно? Не волнуйся, я разберусь. Дай мне минутку. Алло, я хочу сделать заказ. Привезите немного вашей вкусной картошки. Эй, закажи две порции. Подождите, да, две порции. Конечно. Нет, подождите, я хочу больше. 10 порций. Что, ты шутишь? Сколько? 10? Нет, я хочу все. Я не думаю, что это возможно. Ты в этом уверен? Забудьте, дайте мне самую большую порцию, которая у вас есть. Это куча картошки. Понимаю, просто увеличьте порцию. Клиент всегда прав. Это мне дорого обойдется. А? Не может быть. Уже? Вау, какая гигантская. Все ведь это видят? Держи, Джейк, как заказывал. Вау, это прекрасно. Что же мне теперь делать? Хм, это будет непросто. Подождите секунду, кажется, придумала. Передай мне яблоко, дорогой. Что? Это? Ладно, лови. Спасибо, дорогой. Как же мне это сделать? А, точно. Возьмем ложку. Делаем прорезь вокруг яблока, чтобы достать сердцевину. Вот так. Это отложим на потом. То, что нужно. Осталось чем-то его заполнить. Нужно почистить еще одно яблоко. Это быстро. Теперь превратим его в картошку фри. Легкотня. Наполним яблоко этими палочками. Какие красивые и хрустящие. Собираем палочки в яблоко. А затем вырежем в нем логотип. Я закончила. Смотри, Джейк. Вот это да! Крышу сносит! Я в смятении. Не знаю, что делать. Все очень просто. Да, вот именно. Выбери меня. Ладно, была не была. Это Лиам. У него настоящая картошка фри. Да, я самый лучший. Давай, приятель, налетай. Вы многое упускаете. Что он делает? Вот это да, я настоящий художник. Он же знает, что мы все еще здесь. Я закончил. Теперь складываем. Вам это понравится, поверьте. Я практиковался в фокусах. Накроем лист бумаги тканью. Абракадабра! И он исчез. Он колдун? Нет, это невозможно. Спасибо, вы отличная публика. Эй, Лиам, проверь свой карман. Что? Зачем? Подождите, там что-то есть. О, этого не может быть. Шутишь? Это невозможно. Вау. Как интересно. Потом покажешь мне, как ты это сделал. Открывай. Это бургер. Что это значит? Хм, здесь должен быть скрытый смысл. Я поняла. Займусь готовкой.
Надо подготовить все ингредиенты. Кажется, это все. Начнем с сыра. Он уже нарезан. Выстелим им противень. 6 ломтиков будет достаточно. Затем сверху укладываем булочки. Все здесь. Мне понадобится фен Лиама, чтобы нагреть их. Это произошло, она сошла с ума. Я тебя слышу, я знаю, что я делаю. Положим разделочную доску на противень. Теперь переворачиваем. Сыр расплавился. Добавим начинку. Какие сочные гамбургеры. Добавим кусочки помидоров, затем польем все кетчупом. Горчица придаст им пикантности. Теперь перевернем булочки. Вот и все, бабушкины бургеры. Что скажете? Ну, неплохо. Но я могу лучше. Узрите, простая булочка. Сейчас мы превратим ее в нечто особенное. Я тоже знаю кое-какие фокусы. Накроем булочку этой загадочной тканью. Теперь мне нужно сосредоточиться. Что? Что ты собираешься делать? Эмма, ты не возражаешь? Что-то происходит. Я это чувствую. Думаю, все готово. Смотрите. Вау, это так круто! Как ты это сделал? Это еще не все. У меня есть вкуснейшее печенье. Кладем его на булочку. Пока все идет хорошо. Еще конфет? Какие предпочитаешь? Вот эти. Отличный выбор, сэр. Выкладываем их на печенье. Это бургер без помидоров. Так, зефир или чипсы? Это. Зефир? Класс. У тебя отличный вкус. Думаю, достаточно, но это еще не все. Как насчет шоколадной стружки? Это усилит вкус. Надеюсь, ты не на диете. Это мне больше не нужно. Мне кажется, чего-то не хватает. Ну, конечно, нужен соус. Только не старый скучный кетчуп, а шоколад. Выглядит потрясающе. Сверху накроем булочкой. Мой шедевр готов. У меня зубы болят от одного только взгляда. Ух ты! А вы здорово постарались. Хочу попробовать оба. Бабушка выбрала классический бургер, Лиам проявил изобретательность. Вы оба выиграли! Что? Я выиграла? Иди сюда, бабушка. Нет! Мой сэндвич! А, только не колбаса. Мэтью, я иду. Воу, что там происходит? Что случилось? Расскажи нам. Ладно, мой сэндвич испорчен. О, дорогой, может возьмешь вот это? Это не одно и то же. Как насчет этого? Я хочу свой сэндвич! А? Ты это чувствуешь? Воу! Что это за место? Понятия не имею. Я в замешательстве. Скоро здесь будет жарко. А? Подождите. Вот, привет! Добро пожаловать на кулинарную битву. Круто! Дай 5. Или нет? Что мы будем готовить? Еду! Ну, конечно. Как насчет горячей лапши? Хорошо. Это займет всего минуту. Минуту, да? Поднимайся. Я возьму это. А? Смотри и учись. Никакой скорлупы в этой миске не будет. У меня за плечами годы практики. Теперь мука. Кому нужны мерные стаканы? Мне кажется, все хорошо. Теперь моя любимая часть. Хорошо, что у меня еще есть силы. Фантастика! О! Вода закипела! Отлично! Осталось подождать еще немного. Таймер установлен. Ага! Идеальная консистенция! Только посмотрите на эту красоту! Нужно плотно закрыть пакет. Очень хорошо. А теперь добавим жару. Как только вода закипит, нужно погрузить в нее пакет. А вот и секретный волшебный совет. Нужно проделать отверстие в пакете. Только посмотрите на это. Хорошо, этого достаточно. Пора доставать нашу лапшу. Воу! Та-да! Я переложу все в миску и готово.
Готово. Пахнет отлично. А значит, можно переходить к следующему шагу. Теперь, когда сковорода смазана маслом, я могу выложить лапшу. Посмотрите, какая красота! Интересно. Главное – правильно сформировать лапшу. Пока все идет хорошо. Увидимся через несколько минут, ребята. У меня появилась идея. Этого должно хватить. Две мои любимые вещи. Сыр и лапша. Осталось только одно. Посмотрите на этот цвет. Кажется, сыр неплохо плавится. Пора! Надеюсь, они получились красивыми и хрустящими. Выглядит превосходно. Я такой молодец. Кому нужна булочка, правда? Та-да! Воу! Посмотрите на это. Это самый необычный бургер. Ага. Сейчас попробуем. Это восхитительно. Даже потрясающе. А бабушкино блюдо? Приятного аппетита, дорогой. Только посмотрите на это сырное великолепие. Я должен его попробовать. Вы оба победили. Вау. Эй, смотрите сюда. О, курица, да? Здесь нужен мой особый рецепт. Да! Эй! Эй! За работу! А, раскомандовался. Значит, курица? Это не проблема. Ух ты! Думаю, этого достаточно. Ух ты! Смотрите, хрустящая курочка. Выглядит великолепно. Нужно просто насадить ее на вилку и окунуть в горячее масло. Готово? По-моему, выглядит очень аппетитно. О, я гений. Бабушка, я только начинаю. Но это будет стоить того, чтобы подождать, поверьте мне. Мне нужны лимоны. Хочу, чтобы курочка получилась красивой. И в духовку. Грейся, птичка. Вот что я называю шедевром. Я уберу это. Неплохой загар, не правда ли? Разве она не красавица? Эй, я очень хочу есть. Держи. Это будет весело. Жареная курица моя любимая. Очень вкусно. О, да. Все, мне понравилось. А теперь настало время для этого блюда. У нее золотистая корочка. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. О, боже. Фух, это было невероятно. Молодцы. Вы оба. Ура! Мы сделали это. Эй. О, хорошо. Понял. Есть. Сейчас я расскажу вам один рецепт. О, какие свежие и красивые ягоды. Я переложу их в бутылку. Я быстро справлюсь. Теперь самое вкусное. Это не так быстро. Нужно покрыть ягоды полностью. Интересно, каково это плавать в меду? Что же, пора закрывать крышку. Это будто вечеринка в бутылке. Фиолетовая вечеринка. Класс! Но у меня есть своя идея. Вот так. Что это? Я никогда этого не делал. Но мне нужна только одна. Веселись там, малыш. Это не понадобится. И вот. Все готово. Начну с бабушкиного. Мне нравится цвет. Вкусно. Да. Такое я уже пил. Это ты так думаешь? Воу! Ничего себе!
Какой гнусный обман! Бабушка выиграла! Хм. Это было довольно забавно. Что дальше? Эй, посмотрите! Интересно, правда? Я поняла! Что мне делать? Я буду использовать эту замечательную штуку. Сначала шоколад. Разумеется, растопленный. Это не должно занять много времени. Вот, будет здорово. Я уже чувствую этот запах. Он отлично растаял. Просто идеально подходит. К счастью, у меня по-прежнему твердая рука. И я уже проголодалась. Хорошо, что шоколада хватило. Хм. О, как хорошо. Есть. Ммм. Яйцо! Ну, конечно! Я возьму это. Теперь можно приступить к работе. О, готово! Посмотрите на это шоколадное чудо! Как насчет такого? А теперь нужна вкусная начинка. Я просто обожаю это! Сладостей много не бывает. Затем я накрою его шоколадной крышкой. И это еще не все. Выглядит изысканно, не правда ли? И последний штрих. Добавлю немного цвета. Нравится? Вау! Пришло время заняться шоколадной живописью. Для этого отлично подойдет растопленный шоколад. Он никогда не узнает, что под ним находится настоящее яйцо. Ведь оно будет покрыто шоколадом. Готово! Выглядит просто идеально. О, упс. И что же мне съесть первым? Наверняка в этой штуке полно шоколада. Круто! Хе-хе-хе-хе. Сейчас. О, боже! Странное послевкусие. Но это... Это точно должно быть вкусным. Шоколад и посыпка не бывают плохими. Этот десерт еще и большой. О, да! Ему нравится! Бабушка выиграла! Я знал, что так будет. О, как живот бурчит. Хватит играть. Пора перекусить. О, да. Малыш хочет сэндвич? Я понял. Та-да! Выглядит отлично. Я быстро доеду. Вперед! О, он хочет сэндвич. Хорошо, что он у меня всегда под рукой. Копченая индейка. Нужно быть всегда готовой. А вот и я. Я иду так быстро, как только могу. Привет, дорогой. Братишка. Вау, выглядит отлично, спасибо. А этот? Фантастика. Как выбрать? Скажи мне. Вот ты какой! Мы устроим челлендж! Вперед! Готовы? Ух ты! Похоже, мы сегодня вкусно поедим! Где мы? Бабуля, смотри, это надо открыть! О, хорошо! Начинаем! Нутелла, вкуснятина, открой ты! О, хорошо! А? Это что, шутка? Она такая крошечная. Едва хватит на один укус. А, как жаль, очень грустно. Начнем праздник. Боже мой. Я знаю, что делать. Мой торт. Ух ты, такой тяжелый. Ох, моя прелесть. О, она готовит торт. Ничего себе! Эта ложка подойдет. Вау, какая она густая. Не знаю, получится ли. Держи. Мне нужно что-то более плоское. Переходим к радикальным мерам. Большой инструмент, правда? Прекрасно. Теперь можно размазать пасту. Ой, это так успокаивает. Наносится очень гладко.
Фантастика! Ух ты! Жаль, что у меня нет торта. Ну, хорошо, я понял. Вот моя игрушечная плита. И кухня тоже. Нужно поджарить хлеб. Хорошо. Шоколад, пожалуйста. Теперь мне нужна лопатка. Есть! Они как будто созданы друг для друга. Мне нужна большая порция. Что же, это подойдет. Вау! Видишь? Нет, не вижу. Ну вот же, прямо тут. Упс. Бабуля. О, это нехорошо. Отличные шоколинзы. Алло, мы закончили? Что вам понравилось больше? Фу, хорошо. Эй! Что? Дамы, вперед! Ох уж эти дети! Ух ты, посмотри! Вау, выглядит очень неплохо. Что за зрелище? Моя очередь. Вау, но у меня только один. Один маленький грустный кекс. Это твои проблемы. Мне нужно украсить кексы. Начну с желтой глазури. Нужно сконцентрироваться. Спокойно, вот так. Это печально. Можно попробовать, думаю. Кому нужна ложка? И так сойдет. Видите? Это прекрасно. Эй, не трогай мой кекс. Нет! Он такой маленький. Я его достану. Джаред? Посмотри, что ты наделал. Джаред? Здравствуйте. Отличные кексы. А? О, я с мухами не разговариваю. Мой кекс испорчен. Но подождите, у меня есть идея. Я положу еще один слой. И бум! Вау! Посмотрите, на это пришло время для слоя номер 3. Видите? Слой номер 4, пожалуйста. Бум! Ух ты, это прекрасно. Но я еще не закончила, посмотрим. Вау, класс! А теперь посмотрите на эту красоту. Разве не здорово? Как будто его готовил шеф-повар. И все это я сделала сама. Отлично, бабуля! Убирайся отсюда! Я в восторге! Эй! Сыграем! Камень, ножницы, бумага! Ножницы режут бумагу! О, ладно, хорошо! Это весело! Что? Ничего нет? Не может быть! О, очень жаль, очень грустно! Но похоже, что я выиграла! О, нет, мой зуб! Вернее, зубы! Глупые конфеты! Умора! Это не смешно! Мне все равно нужно что-то приготовить. Должно же быть что-то, с чем можно работать. Так, наверное, под тобой. Серьезно, ничего? Не повезло. Так много этих конфет. Я знаю. Это где-то здесь. Что? Что это? У меня есть мука и скалка. Хорошо. Невероятно. Мне нужно все. Ну и дела, гадость. И извини, верхняя часть должна быть плоской, красивой. Прекрасно. А теперь взбитые сливки. И я хочу много. Затем их нужно разгладить, как глазурь. Великолепно! А теперь самое интересное. Да, вот так. О,
Осторожнее. Или продолжай в том же духе. Вот, теперь они рассортированы, и можно создать интересный дизайн. Всем им найдется место. Эй, а неплохо, бабуль. Хм, очень вкусно. Та-да! Взгляни на это. Это просто невероятно вкусно и красиво. Есть идея! Смотри. Для чего это нужно? Скажи «а». А? Да, отлично. Лови. Яблочко. Здорово. Сейчас я и тебе отправлю конфетку. Открывай рот. Вкусно. О, боже. О, боже. Пора открывать. Ой, я начну. Яйца. Из них много чего можно приготовить. Нужно их разбить. Вкуснятина начинается с этого. Пора добавить жару. Вот так. И они готовятся, видишь? Думаю, теперь моя очередь. Ух ты! Что мне с этим делать? Выглядит серьезно. Кажется, у меня есть идея. Но мне понадобится скотч. Хорошо, очень хорошо. Переходим к следующему шагу. Готовы? За работу! Я буду нажимать по очереди. Полдела сделано. Спокойно, спокойно. Ух ты, здорово! Посмотри-ка, бабушка! Ух ты, очень красиво! Я выбрал более яркий подход. Молодец! Мое блюдо тоже почти готово. Выглядит очень вкусно. Правда? Вау, так красиво! Именно! Какое блюдо лучше? Они оба очень аппетитные. Согласен. Ну что, у вас разыгрался аппетит? Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые крутые ролики.